Вот мы приехали, вернулись в красной машине. Теперь мы вот 62-16, квартира, вторая строительная. Я вокруг сейчас покажу. Вот здесь тоже барак стоял. И его убрали. Тут шифер, там все валяется. Это уже ничего нам не взять. Это мы берем только из своей. И как сразу все заросло кленом. Тут какая-то вышка. Даже не понимаю, для чего это. Может, тут рядом железная дорога для нее. А вот тут наверху и на столбе сделана какая-то люлька. Или что там. Вот оно, как мы живем. Когда я насчитывал здесь 50 томов, 12 томов Златоуста и прочее. Вот кто-то делал дом, тот стал отходить. Он у нас в горке стоит, там два этажа, а с этой стороны один. И вот видно, что уже труба развалилась. Дом аварийный, аварийный. И поэтому я отдал кому. Никак не могу деньги платить. Сколько лет платить, а никого нету. Все, абсолютно свет отключен. Вот и высчитывают, этим ценятся работники, из ничего выжать деньги. Вот. А здесь, вот со второго этажа, посторонний вход воспрещен. Что тут такое тут может быть сегодня? Мы тут прожили 26 лет. Вот рядом это речка. Там какая стройка идет. Это называется пивоварка. Ну, ее зовут Галенка. Вот сколько тут всего. А вот это вот Осипенко начинается. Тут я много на печах разгуливался, печи делал. Течет. Течет, течет. Видно, что течет вода. А вот здесь вот дальше, там переходной мостик. По нему мы как-то шли с Яковлевым Геннадием Михайловичем, будущим иеромонахом Григорием Яковлевым, которого там, назвавшийся себя Красноитом, отрезал голову которому. Ему он историк, кончил Одесский там какой факультет. Я говорю, миром правят вот такие-то. Показал. Кто они? Вот видишь, тут еще сколько. Вот эта стена от нас отпадала. Задавила бы. И он, нет, не преподавали. Я говорю, дойдем до этого мостика, вот сюда. И я тебе все расскажу. Дошли только, он остановился, а чему же нас тогда учили? Я рассказал о роли масонов. Я теме масонов отдал 14 лет. Обработал всю литературу дореволюционную, какую мог достать. Много писали советские, за ширмой масонцев, там другие были. И был за границей, в Америке. Ну, то есть материалы огромные. Был такой Васильев Дмитрий Дмитриевич, общество «Память». «Память», как говорили, без памятства. Но они пользовались тоже моими трудами. Я только пользовался литературой официально, ничего сам не придумал. И все это увязано со священным писанием, с Библией. Вон дальше там, видать, магазин. А это тут все, что-то как-то то ли заново сделали. А тут рядом опорный пункт милиции был. Люба, ты далеко? Вот, это тут настроили, где дома были. Ну, ясно дело, земля тут дорогая. Вот она, наша улица. Заново переасфальтировали. Ну, замечательно. Ну, все, сейчас поедем мы. Машин сколько.